Американская компания SpaceX этой ночью запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками, предназначенными для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 22 часа 30 минут по местному времени. Приблизительно через час после запуска спутники были выведены на орбиту, после этого они достигли заданной высоты в 550 километрах, используя двигатели малой тяги. Запущенные спутники Starlink являются первыми из планируемых около 12 тысяч космических аппаратов данного типа, которые созданы для полномасштабной сети интернет, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов долларов. Запуск ракеты дважды переносился.